Всех приветствую на канале Олег Нестеров Брест. Это видео является блиц-ответом на часто задаваемые вопросы. Поэтому вот это вот вступление, оно будет постоянным и занимать особый отрезок времени. То есть, если вы переходите на следующее видео, вы можете просто уже знать, с какого времени начнется ответ на данный вопрос. В этом видео я буду в течение 1-1,5 минуты рассказывать о задаваемом вопросе. Вопросов очень много, которые часто задаются, и поэтому я сделал отдельную папочку, в которой вы и будете видеть все вопросы, которые очень часто задают, и, может быть, этот вопрос вас тоже интересует. Зайдя на него, вы можете посмотреть и узнать, что же это такое, да? И в дальнейшем, если вы не нашли информации, информация для вас была неполной, вопрос у вас не раскрылся, вы можете зайти, подписавшись на мой канал, посмотреть и выбрать видео, в котором вы и найдете ответ на данный вопрос полный и исчерпывающий. Итак, вопрос: как убрать жук? Для начала вычищаем жук до металла, чтобы ржавчины у вас не оставалось. Потом либо цинкарем обрабатываем, снимаем этот цинкарь, обрабатываем эпоксидным грунтом, дальше акриловым грунтом, замываем и красим. Если у вас деталь требует ремонта, чистим до металла, либо цинкарем, либо кислотным грунтом обрабатываем, покрываем эпоксидным грунтом, после чего производим ремонт, не забыв перед ремонтом набить рисочку хотя бы 240-й шкуркой на эпоксидном грунте. Производим ремонт, покрываем акриловым грунтом, замываем, красим. Подробнее смотрите в уроках «Окраска» или «Антикоррозийная обработка» на моем канале.